Доброе утро! Всем доброе утро! Мы сидим, читаем комментарии на влоговом канале, пьем кофе. Нас... Ну, еще не начали, ну, будем. У нас утро, утречко. Ну, не раннее утро, мы что-то поздновато встали сегодня. Ну да, мы выспались в субботу. Да, я наконец особо подвыспался. Никуда не спешил. Ого! Ой. Вот, читали комментарии и задавали несколько раз вопросы, и в этом блоге, и в прошлом, и позапрошлом, поедем ли мы на видео People в Москву. Зая, что мы можем сказать по этому поводу? К сожалению, мы не поедем, но нас приглашали. Много раз приглашали, и там же у них разные люди, которые этим занимаются, с видео People, и они нас приглашали. Но у нас нет возможности пока мисс поехать в Москву. Да, поэтому у нас на видео People, к сожалению, не будет. Хотя очень бы хотелось увидеться с вами и с блогерами. Да, познакомиться с блогерами, с остальными. Потому что там будет же очень много. И награждения будут, там серебряных кнопок будет больше 200. Еще золотые будут награждать. У нас все серебряные кнопки нам прислали на дом. Ну вот, мы ждем, скоро должна будет прийти. Еще одна. Одна. На Свитхом. Вот нам дали гостинчик, вот я сейчас буду завтракать им, вот этим. Похвала. Нет, похвала. Пахлава. Пахлава. Вечно путаюсь я, да и не только я. Название этого десерта с другим словом. Давай эту тарелочку возьми, а то там оно липкое. Ну, сразу так раз. Думаешь? Прямо с этикеткой. С этикеткой прям вообще вкуснота. Самоцинус. Ты просто ничего не понимаешь. Ничего не понимаешь. А я загорела, кстати. Доброе утро. Катя вчера такая была слабая. Ну, мы же когда вышли с ресторана, Катя в ресторане чуть ли не засыпала, там сидела. Поэтому мы там и не снимали внутри. Ну, что? Покушали и все. Да. У меня просто солнышко меня поцеловало. Я была, я как бы немного подзагорела. Не сгорела, слава богу, но подзагорела. Вот, и поэтому у меня до сих пор слабость. Я себя отлично чувствую. Не, я сейчас выпью кофе, и я думаю, мне тоже будет очень хорошо. Ладно, мы типа завтракаем, ну это так, первый завтрак, можно разминочка. Так сказать, разминочка. Что такое? Она вот себе определила здесь супер место и сидит. Чего тебе? Смотри, вода, еда. Что еще надо? Сядь. Скажи, я шотландка прямоухая голубая. Умничка. Молодец. Те, кто говорил, что Ваня мне не помогает по дому, еще как помогает. Когда у него есть возможность, он пылесосит. Он сходил, Ванечка, только что за хлебом в нашу местную пекарню, которая у нас под домом. Вот, купил 2 багета. Вот такой вот мы любим, такой вот он называется. Как называется вот это? Сельской, да? Сельский. Ну да, деревенский. Деревенский и обычный. Так что мы сейчас будем завтракать. А у нас есть Филадельфию, мы вчера купили. Нет, это не она. Филадельфия у нас есть. Вот, и нужно поставить чайник. У нас вот такой вот праздник. Праздник. Завтрак. Я что-то подумал о празднике, у меня вылетело праздник. Вот такой вот завтрак. Типичный. Мы так очень часто завтракали. В России с бутербродиками, с всякими штуками. Это что, овощи? Ты их будешь есть? Нет, которые я выкину. Пропали уже. Да я, блин, не хочу. После того, как мне было плохо, я очень мало стала есть. Просто очень быстро набивается желудок, и я очень много даже вообще не... Я подумала, оставлю и чуть-чуть попозже доем. Но оно уже обветрилось. Малину доставать? Будешь малину? Ну, кстати, можно ее в чай закинуть, вкусно будет.
Мы вчера купили малину в Карифуре, по 2 евро продавалась. Здесь сколько грамм? 150 вроде. Вот, у нас малина дорогая. Но она не сладкая, она кислая. Но она тепличная, Зай. Да, она вообще, малина же должна быть такая сладкая-сладкая. Вкусная, а это такая. Грядки, малина, ну, вообще. Запах, конечно, у нее есть, то есть все есть, только единственное, не очень сладкая. Не очень. Вот, кстати, я в комментариях читал, нам написали то, что мы якобы ходим дома в обуви. Мы дома в обуви не ходим. Бывает. Да, ходим, когда вот, допустим, мы куда-то выходим, куда-то, да. И нужно там, я не знаю, выключить там что-нибудь или что-то. Ну, что-то забыли, я, допустим, частенько забываю. Взять кошелек с ключами, то я потом иду и беру. Но вообще мы ходим. Ты видела, как я сделал? Вообще. Чуть не вытащил эту скатерть. А то, что сейчас Ваня... А, я разлил? Да. То, не, я сейчас не в обуви. Это моя... Ну, я про эту обувь и говорю, потому что мы ходим в сланцах дома. Да, только они только для дома. На улицу мы в них не выходим. Так. У меня для улицы другие есть. Специально обученные сланцы. Кстати, ты будешь тут сидеть? Не знаю, где посадишь. Там что-то мой чай, это твой. Угу. А что ты мне в такую маленькую кружку? Не в мою лохандру. Мы сейчас что будем, как всегда? Квартирный вопрос, да. Ладно, все, давай, иди на свое место. Так я хочу свою кружку достать. Вот тебе стул. Где моя кружка? Где моя кружка? Что я чай хочу сегодня, ну, раз завтракать, начинала капитально чайку попить. Угу. Держи. Давай. Соня будет переливать. Я смотри. Так попью. Пол кружки. То есть у тебя здесь полулитра в этой кружке, потому что в этой 250 миллилитров. В обычной. 250, не 200. 250, на упаковке было написано. Да? Да. А у тебя получается пол-литра в эту чашку вмещается. Ну, мне что, это много, когда я сюда кладу 4,5 ложки сахара? Немного. Ну, ну если посчитать, то вот сюда я кладу 2,5-3. Сюда 4,5. Я меньше сюда кладу сахара. Подай мне, пожалуйста, графин с водой. Я разбавлю. Разбавь мне чай, пожалуйста. Вот. Ладненько, все. Мы будем завтракать, смотреть на НТВ... Чем будем смотреть? Дальше, ну, квартирный вопрос. Вот, да, что всем, кто завтракает, приятного аппетита. Наконец-таки выделили время и сейчас снимаем челлендж. Начали его снимать на наш объектив, который портретный стоит. Но мы поняли, что это гиблое дело. И сейчас Ваня меняет, другой объектив ставит. Вот, сейчас он поменяет, и мы будем продолжать снимать. Почему это такая захэканная, уже увидите на канале Sweet Home. Я пока дышусь, пока Ваня меняет объектив. Что ты делаешь, а? Вот расскажи мне. Монтировать видео буду. Мы уже отсняли челлендж. Да. Так что я сажусь за монтаж. Челленджа. Челленджа. Итак. Это у нас удалять нельзя. Каким видеоредактором ты пользуешься? Adobe Premiere CC. Молодец. Спасибо. Ребят, я уже смонтировала видео, загружаю его уже на Sweet Home и села прочитать новые комментарии на влоговом, и тут задали вопросы, что с семейной рамкой Home. Все с ней нормально, вон она стоит, да, у нас разбились стеклышко, но для нас это не помеха. Вот она целая, невредимая стоит, она, кстати, еще раз падала. Да, но мы упорно ее ставим на место. И ее не Пума скинула, прям мистика, если честно, какая-то, она сама упала. В общем, пока стоит, все с ней нормально. Правда, там кусочек отвалился, Ваня приклеил, но оно сзади, то есть там не видно. Вот, ну а так нормально, все стоит, радует нас эта рамка, да? Котик все никак не может собраться, начать готовиться к экзамену. Просто какой-то ужас. Бедняжка. А я домонтировала видео, сейчас почитаю комментарии и пойду готовить обед. Вот. Так, Катюша приготовила покушать. Какую-то вкусняшку. Да. Что это ты такое сделала? Здесь.
курица, ростки пшеницы, сельдерей, лук, морковка, курица, макароны, соевый соус, сахар, вода. Ты наподобие что-то пыталась сделать этого, да? Кстати, очень вкусно получилось. Какие? Терияки. Ну, макароны, конечно, у нас совсем не те, но я попробую, но мне понравилось. Очень вкусно. Вкусно, да? Я чувствую, что я полюблю соевый соус. Да, садись, попробуй. Да, сейчас, конечно. Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Очень важно. Еще здесь грибы. И хлеб надо нарезать. Хочешь? Кусочек буду. Маленький такой? Угу. Малюсенький. Такой? Нет. Покушали, сейчас едем в магазин. Хотим сварить компот. Вот. Компот, а я хочу сделать кофе. Да, мы идем по новому рецепту. Возможно, мы это все дело снимем. Нет, снимем? Не сегодня. Ладно. Может быть, завтра. Хорошо. В общем, едем за яблоками, фруктами и за карамелью. Так, мы уже тут набрали кучу фруктов. Взяли яблоки зеленые, взяли черешни, чтобы сейчас ее поклевать. Взяли абрикосы, взяли красное яблоко, сливы и груша. Это у нас будет на компот. Теперь идем за салатом. Вот и мой компотик готов. Как видите, 2 графина получилось. Сейчас он остынет до конца, и я его уберу в холодильник. Яблочки лишние остались. И я сейчас наливаю воду, чтобы у нас был лед. Я сейчас отнесла Ване этот, как его, компот со льдом. А у нас, оказывается, лед практически закончился. Это вот мой стоит компотик. Так что это нужно отправить в морозилку. Кстати, если есть у кого-то вопросы, что это за синяя штука, это синий гель для того, что когда вот ушибся, ударился, чтобы сразу холодное приложить. Вот у нас тут от хозяев бывших осталось. Вот оно здесь у нас лежит в морозилке. Так, сейчас надо 2 руками аккуратно это все сюда поставить. Пума сидит, караулит под дверью, потому что у нас здесь открыто окно. А котик мой здесь сидит, занимается. Как у тебя делишки? Хорошо. Хорошо? Как компотик? Я Ване компот принесла. Да, я уже все выдал. Выдал? Вкусный получился? Такой он не очень сладкий, освежающий, классно. Да? После него пить не хочется. О, ну это самое потому главное. Потому что летом, сами знаете, не напьешься, вода надоедает. Ну, водой просто. Минералка еще хорошо утоляет жажду. Кстати, спрашивали в комментариях, пьем ли мы минеральную воду. Катя не любит, но вообще я люблю минералку. Я не пью вообще минералку. Ну, мы не покупаем. Я даже не знаю, почему мы не покупаем. Потому что мы ее не пьем. Не, ну я-то ее пью. Ну, хочешь, давай купим бутылочку. Ну, в чем-то дело, что когда мы ходим около минералки, у меня нет такого, о, хочу купить минералку. Чего-то нет у меня такого. Ладненько. Ну хорошо, занимайся, я пошла. Угу. Ребята, ура! Камера, настраивайся! Настраивайся, камера! Вот они, 200 000 подписчиков на моем бьюти-канале. Спасибо, 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 спасибо. Пумочка так сладко спит на диване. Такая сладенькая мордочка. Всем спокойной ночи, ребята. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.